Для кого-то профессиональный праздник – это возможность отдохнуть, но не для ивановских летчиков. Для них это повод устроить праздник окружающим. На прошлой неделе мы праздновали 100 лет ВВС, но через неделю праздник гражданской авиации. Соответственно, наш авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России Ивановской области, он празднует сегодня вместе со всеми летчиками гражданской авиации именно вот этот праздник. Перед восхищенными зрителями выступили парапланеристы. В воздух поднялись спортивные самолеты. Но главным сюрпризом для публики стали показательные выступления парашютистов. Просто прыгнуть с парашютом для них мало. В воздухе члены авиационно-спортивного клуба делали различные трюки. Строили этажерки, фигурно приземлялись с дымами. На вопрос, какое из этих упражнений сложнее, отвечают. Самое сложное – это прыгнуть. Сложнее ничего нет, на самом деле. Так вот сказать, что вот это сложнее, это сложнее, это сложнее. Это нужно попробовать. И, в общем-то, в принципе, все заключается только в одном. Нужно грамотно выполнить свою задачу. Больше ничего. На праздник, ставший на аэродроме еще не хуже традиционным, собрались более 200 зрителей. После показательных выступлений всех желающих за определенную плату катали на самолетах. Каждый зритель смог почувствовать себя причастным к воздушной стихии. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.